Да, выступление соперников все нормально, что хорошо подняли, с собой недоволен, мало поднял. Вот, в целом результат должен быть иначе. Я планировал по-другому. Как атмосфера в зале? Все ли хорошо? Разминочная зона? Да, все хорошо, но мне понравилось проведение, организационные вопросы, вот эти вот, все на высшем уровне. Мне понравилось. Как выступать на международном помосте? Классно. Уже, так скажем, давно не было. Я в прошлом году только, получается, в Венесуэлу ездил, ну, из страны СНГ. Вот. Здесь, наверное, было поинтереснее, чем на СНГ.